Всем привет! Всем привет! Дашенька тут занимается картиной, рисует. Ну, такое что-то, да, похоже? Вот если сейчас посмотреть, вот сейчас, то вообще непонятно. Даже выглядит немного стрёмно, нормально, если честно. Мы с ней сегодня начали делать оливьешку. Бина тут ей помогает, конечно же. Вот, начали с ней делать оливьешку. Даша уже колбаску и лук, и огурцы нарубила. Ну, скажем так, нарубила. Вот. А я уже доварила, сварила картошку и яйца. Так что, Дашулька, можем идти сейчас доделывать оливьешку с тобой. Я у Даши сегодня ассистирую, а она готовит. Я только чищу. Все нарезает сама Даша. Сама приготовила, сама покушала. У меня так когда-то видео такое было. Я сняла. Она там что-то хотела кушать. Я говорю, хочешь кушать, приготовь сама. Mm-hmm. Нравится тебе, да? Mm-hmm. Да, с виду, конечно, такое, что непонятное. Это будет девушка с сиренью. Да, Бинусь, разве тебе не жалко? Что ты вычитала про котов? Что если они когда гладишь их? Сейчас. Ой! Будь здорова. Никогда после первого раза ей не говорю, потому что чихает она по несколько раз. Ну, раза три там. И, кстати, тетя Лена также чихает, и Костя также чихает, и бабушка Алла, по-моему, тоже так чихает. Но они так смешно чихают. Бабушка Алла вообще так... Да и Леда так чихает. Бин, а ты как чихаешь? Жанте сидит, не отходит же от нее. Так что ты вычитала про котов? Что если... Что ты смотришь на меня? Он слушает, что ты о нем расскажешь. Что если... Кстати, браслетик. Положил, потому что мне надо помогать. Ну... Что если гладишь кота, и он поднимает хвост, это надо понюхать его хвост. Понюхать у него под хвостом? Да. Сразу улыбка. Что? То есть, если я его глажу, он об меня трется, и он поднимает хвост, а я должна в него понюхать под хвостом? Нет, ты неправильно поняла. Ладно, я нормально объясню. Это... Когда ты... У кого есть коты, погнали. Челлендж. Мам, не, погоди. Вот смотри, ты гладишь кота, если он поднимает хвост, когда ты его гладишь, то это он выделяет, значит, ну типа, он выделяет свой запах. И это, он, это значит, что понюхай, какой у меня запах. Хвостактен запах. Понятно. Если кот трется об тебя, это не значит, что он хочет есть или любит тебя. Ну и любит, но этот, это значит, что он тебя помечает своим запахом и говорит, ты мой. Всё. А, понятно, Бина. Фрося вообще тартушка у нас. Она постоянно трется. Типа, чтоб если тебя другие коты походу нюхали, чтобы они знали, что ты чей. Понятно. Но я хочу вам сказать, что сегодня елку они, я не знаю, что они там терли с Фроси. Я думала, что они ее реально завалят просто. Игрушки те, что внизу, все летело. Дождик они вот эту мишуру постягивали. Боже, Беня вообще начал лапами эти игрушки качать по всему, шкрябать. Ну, такое, грызть их. Бин, ты держишь диван, чтобы Даша не упала с него. Дашуль, Китюня, ну то пойдем делать салат. Я уже залипла, это надолго. Нет, так давай доделаем, потом рисуй дальше. Я уже картошку поставила варить. Вот, вот это дорисую, еще что-то и все. Хорошо, давай, я тебя жду на кухне. Давай. Ага. У меня тут уже почти готова картошечка. Ну а еще я стушила капусточку и сделаю вареники. Такая она у меня более темная вышла. Но я именно не жарила, а тушила ее. Будут сегодня вареники. Даша будет резать. Нарезку делать. И ассистирую.
Что-то она не спешит. Вот и как она нарубала колбаску. Я прям в прямом смысле говорю, нарубала такими крупными кусочками, мягко говоря. Зато сама. Дашенька, ты не спешишь, да, Дотя? Стульчик возьми. Что это? Кстати, сегодня день электрика. Сегодня день электрика, так что всех с электриками, электриков. С вашим днем. Да не надо, садись. Нормально. Кия! Ты кия. Режем. Грязь. Что резать? Забор покрасить. Яйца. Продолжай оливьешку делать. Значит, что? Что? Если кот трется, поднимает хвост, это значит, нужно понюхать под хвостом, да? Это факт, это не я. Это факт. Высыпай туда, давай быстрее. Что так делать? Еще картошку уничтожить. Медленно, все специально. Зайчик, смотри, вот ты не в тарелку, а сквозь нее сейчас. Мимо. Что это за... Смех. Опа-на. Опа-на. Что? Давай, давай, шевели. Копытами. Копытами. Ну, не совсем уже. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Кстати, взяли Даше несколько онлайн-уроков по физике, чтобы она подтянулась. Завтра в школу. Нравится учителя, как они подают это все. Засниму завтра вам, посмотрим. Завтра урок у нее будет. Посмотрите. Как ты так быстро чищешь? Ну, потому что ты очень медленная. Сама ты медленная. Ты рубаешь такими кусками, и то очень медленно. Я даже не знаю, может, я много и картошки сварила. Смотри, сейчас будет абракадабра. Абракадабра. Да. Абракадабра, проходи. Трутити, трутити. Я колдую. А вы помогаете дома на кухне? Мама. Угадай, кто пришел. Я боковым зрением уже видел. А я думаю, Бину. Бину. Я хочу... Да, это Бину. Короче, я высматриваю сейчас в интернете какие-то интересные рецепты салатов. Пришел и упал, и вот так, лапы доверх. Ма, я сюда, ты заметила, я сюда пришла, и он сюда спустился. Вижу, я вижу, оно качается. Если есть у кого-то простой, я без всяких этих, простой какой-то рецепт новогодний, не обязательно новогодний, салата, например, пишите мне в комментариях. Вот под последним видео что-то комменты были закрыты, блин, я так расстроилась. Ну, YouTube за это закрыл мне. Вот. Если будут под этим открыты видео комментарии, пишите, кто какие планирует делать новогодние там салаты на Новый год. Да не обязательно новогодние. Вот, например, ну, сельдь под шубой, это понятное дело, что я, наверное, тоже буду ее делать. Я прошлый год ее, по-моему, не делала. Я что-то не помню. Что-то голова закружилась. Голова закружилась. У меня голова болит. Я буду делать салат оливье, ну, как по стандарту, да? Вот, наверное, сделаю оливье, сделаю селедку под шубой. И что я еще хочу? Хочу салат один есть прикольный сделать. Наверное, картошки хватит. Я уже туда чищу. Я, кажется, поняла, почему я так медленно режу. Я не знаю, но что он у тебя в разные стороны разлетается. Я знаю, почему. Потому что мне вот это неудобно им. Мне поменьше, я быстрее буду. Ну так, вперед с песни, есть поменьше ножей. Так вот, какой я хочу сделать салат? В общем... А еще поменьше нет? Ладно, есть. Ну, у меня вот совсем маленький, могу это туда... Да, не меньше. О, корейская морковка.
сухарики черные, кукурузка. О, удобно стало. И грудка, куриная грудка, вот это именно копченая. Вот. И он очень классный. Можно огурцы добавлять, можно как свежие, можно как кислые добавить. Вот. И немножко чеснока. Ну, корейская морковка дает запах чесночка немножко. И знаете, чеснок, он заправляете типа чесноком, дает такую пикантность. Ну и это с майонезом он получается. Или с йогуртом можно сделать. Уже хочу оливье. Готов и кушай, кто тебе не дает. Вот такой хочу сделать салатик. Достаточно вкусный. Потом хочу сделать с крабовыми палочками салат. Мам, мне аж удобнее резать стало. Да? Хорошо. С крабовыми палочками хочу сделать это. Ну, как обычно, крабовые палочки, яйца. Так, картошка. И что там? Я знаю, рис добавляю. Ну, я не буду, наверное, добавлять. Кукурузку добавлю, да, и все. Чё? Так и быть. Я люблю большим ножом. Нож не мыло, он после яиц, ничего страшного. Люблю резать большим ножом. Так что, ребята, такие я хочу делать салаты. Не знаю. Ну все с майонезом, хочется какой-то... С маслом сделать. Может, с капусты какой-то салатик сделать. Видела там уже рецепты, какие можно делать, конечно. Все, посмотрим. Как резать? Как, руками берешь, вот на как два. Я, и режешь. Да, потом тоненько, еще на два. А, еще? В длину. Ну. Вот так вот. Так? Еще раз, он же толстый, что видишь? Вот, смотри, как я делаю. Вот так, и погнала. Надо больше времени, дотечка, проводить на кухне, а не в телефоне. Понятно? О, отрезалась. И потом тоненько, а то мало ли. А может, хватит этой картошки? Можно еще чуть-чуть. Все не полностью в телефоне. Так, они... Такие эти, короче, нарезка, ребята, я вам говорю. О, как ты мелко картошечку режешь, да ты что? А что? Потому что нарезка у нас просто капец. Не, ну, а что, когда тренироваться, правильно? Что, все всегда должно быть красиво под линеечку? Нет, конечно. Когда-то же надо и учиться. Резать мелко. Я, конечно, так режу, но я пытаюсь мелко. Ты молодец, у тебя все получается. Но побольше надо проводить времени на кухне тебе. Учиться готовить. Вот, например, сегодня вареники будешь тоже делать ты. Я не знаю, буду ли я это вам снимать. Почему бы не снять? Я не знаю, очень интересно. Просто сегодня, вот, смотрите, такой день у меня чисто на кухне. А, вот, сейчас расскажу вам. Значит, что я хочу. У моей мамы, мама попросила, говорит, Надь, привези мне два щенка. Возьми с приюта два щенка, маленьких, собачки. У нее там, ну, вот это лисицы есть и все такое. И, короче, лисица украла петуха огромного и, ну, утянула. А этот еще петух, он такой огромный. Вот реально, он меня, я приезжала, он меня постоянно бил. Где-то фокус пропал, есть уже. И я хочу поехать в приют. Я, наверное, поеду в пятницу. Да, наверное, в пятницу. Называется «Друг». Вот, приют собачий, вот. И там, ну, и котики, и собачки. И я возьму два щенка, поеду, посмотрю, что там, как там. Ну, правильно, а чего? Искать каких-то породистых или этот. Поедем обычного, обычных маленьких щенков с приюта возьмем. Чтобы у них на Новый год уже был дом. Вот так вот.
Ну что, может, эти две картошины уже и лишние будут? Я тоже думаю, что очень много. Да, потому что будет одна картошка в салате, наверное, да? Угу. Значит, хватит. Там вот картошка уже заваривается. Так что будешь сейчас кушать, если что. Угу. В общем, ребята, у меня сегодня такой день. День на кухне, понимаете? Решила... И Дашу поднапречь. Как там фиксиков говорилось? Да, все, хватит. Типа, папа, а где мамин кабинет? А мамин, ну типа, там Симка спрашивала, а где твоей мамы кабинет? Подарили. Если у папы такой большой кабинет. Она говорит, а мама не обижается, у нее кабинет это кухня. Да, ну да. Чуть-чуть лука дорежу, пока почти его нет. Можно его схавкать? Ну, убери майонез. Вон стоит. Я хочу, чтобы он съесть. Ну, сейчас картошка и как есть. Картошкой же? Нет. Ну, конечно. Конечно. Что, добавлять? Добавляй. Будешь мешать и пробовать. И много? Нет, много не надо. Ну, давай, давай, давай. Я молчу. Давай сюда что-то. Еще чуть-чуть. Давай еще. Ну хватит. Чуть-чуть соли. Четыре. А немного? Нет. Ну картошки тут и этого салата много. Но это как раз нормально. Боже, можно так по всему трусить, а не в одну кучу? Алло, хватит, там же огурец соленый. Сейчас насолишь. Давай, мешай, пробуй. Там не три свои ласты, давай, мешай. Я посмотрю за картошкой. Мешай давай. Может, уже и картошка? Я ее прикрутила на минимум просто. Ну что? И шо? Мешаю. Не бойся, хорошенько вымешивай. Ты думаешь, это легко его мешать? Смотри, какой сладенький. Вкусненький. Я не знаю, как он вкусненький, но думаю, он получился. Морковь не бросали. Не варила. Ты его хоть перемешала нормально? Ну пробуй. Ну конечно, что ж ты скажешь? Надо понести тете Лене, пускай попробует. Снимет пробу. Твое первое оливье. Да? Дай. Отдельно тарелочку. Алло, стоять. Дарина, ну. Да что Дарина у нас идет? Остановись-ка. Я его сейчас все съем. Никому не надо. Погоди. А, нет, тарелка надо поглубже. Подожди минутку. Что ты там можешь? Что такое? Что ты дикаешь? Ничего. Все, пробуй теперь. Ешь. Сейчас будет картошка. Да жуй уже! Да ну дашь, на камеру, блин, это дорога. Жуй уже, жуй. За такое, кто знает, то, что знаешь ты. Короче, ребята, всем пока. Только не рассказывай. Это тазик оливье. А то я буду монтировать с закрытыми глазами, да? Да. И ушами, походу. Да. Все, всем пока.